Всем привет, с вами Никита. Сегодня я буду играть в Brawl Stars. Ограбление на обочине. Какая-то новая карта. Ну, честно говоря, я знаю, тут еще Биби появилась. Ну, короче, вот эти вот всякие. Я, кстати, испытал Биби, она очень классная. Суперсила, чему это накапливается. Вот. Так, ладно. Какая новая музыка. Где прицельно новой карте поиграть. Ой. Надеюсь, там моя тактика будет работать. Мне кажется, будет. Да, я думаю, будет моя. А хотя нет, нужно вот так пройти. Попытаюсь. Будем. Тут такие уничтожаем. Лол, мы почти. Иди победа. Как не в основном мне нравится. Ладненько. Оба. Чем мне круто вроде как не выпало. Ладно, я хочу поиграть вот в эту вот. Еще я буду как бы стрелять там на середину, но еще не хорошо. Да. Так, стреляем на середину. Ну куда я стреляю? Я сейчас стрелял, непонятно куда. Хек. А, меня убили. А, меня опять убили, да господи. Ловите. Ловите! Получила. Её суперсила! Вводим. Ловим зельку. Ловите зельку. Ага. Торробычок называется. И поиграем. Мы проиграли. Короче, я понял здесь какую тактику. Барли, честно говоря, здесь прям не так нормальный, но мне кажется, лучше всего использовать Джесси. Дальняя атака. Это ее огромный плюс. Так, почему я играть не могу? Вот, как бы то и делаем. Все, шикарно. Ну что же Джесси? Ну ладно. Стреляем. На пучи.
Ай, больно. Стоять. Нужно уничтожить эту пушку, она очень сильно мешает. А, так она, по-моему, теперь уничтожена уже. А, нет, еще не уничтожена. Получай! Да господи, подберите живые эти алмазы. Ну все, у нас тиммейты самые худшие. Проиграли из-за наших тиммейтов. Ну, спасибо вам. Короче, любой персонаж не поможет, если плохой тиммейт. Ладно, надо поиграть в Roblox. Roblox. Загрузочку. Да, Антон в сети. Что он играет? В обе карту. Я к нему зайду, чтобы он знал, что я в этом. Ну, в онлайн. Так, ну пока можем загрузить. Все, дождался тут загрузки. Я в этом ужасно лагающем обби. Я не понимаю, где тут Антон. Ладно. В поисках Антона называется. Ну, короче, вот он, Антон. Антон! Надеюсь, что он понял, что я онлайн вот. Ладно, я, наверное, поиграю в Superhero Simulator, не знаю. Думала, что сыграть. Да, наверное, Boxing Simulator не играл, конечно. Ну, ладно. Поиграю, наверное. Ладно, потом может поиграть. Короче, нашел какую-то игру, сейчас буду в ней играть, я не знаю, что делать. Я что делаю? Ай, ладно, не хочу в это играть. Короче, я решил сыграть в кемпинг. Кемпинг. Тут очень много людей в чат пишут, поэтому меня лагают. Мне пойти. Знаете, нужно убить такой, ну, тщательный выбор. Ой,
место в чемпионате. Ну ладно, все. Короче, через сильные лаги я все-таки смог сюда прийти. Тут такой зелененький. Ого, назмалол. Портфель вот этот тут. Который почему-то не показан. Ник убийца. Не знаю, что пишет. Наверное, нужно типа присесть на пенек. Я присел, чё? А, нужно, наверное, типа искать вещи всякие, точно. Чуть немного забыл. Я что-то вижу. Такое прям крутое. Так, может, в воде что-нибудь есть? Я не знаю. Нету. А может, в пещере? А, нет, там был челик. Ну ладно. Что это там такое? Такое здание или там не здание? Там что-то есть непонятно. Камень. А, это тот дом. Точно. А может кто-нибудь сюда вот на крышу забраться, просто так попробовать? Нет, похоже. Что-то немного черное. Ладно, я сгну так стоять. О, можно тут на друг друга стоять? Никовцы нет, да? Да, вроде как. Ой, что-то вижу. Что это? Я это еще никогда не видел. Камушка, ой-ой-ой, ну что? Ну, кстати, очередь, правда. Вон там солнце. Я должен успеть бежать. А, нас-то пахло. Так, я пойду к этому уютному челику. Что-то пишут. А, ну, как обычно говорят, рассказать страшные истории. А у меня нет страшных историй. Как вам такой ответ? Я хочу сэндвич, а нам, типа, я поел сэндвич. И, ну, почему-то подлагивает, хотя вроде как никто не пишет. Я там, наверное, друг другу страшные истории рассказывают на ушку. Ран. Ран. Я думаю, он появляется, он падает. По-моему, бежит за нами, нет? Я реально, по-моему, видел что-то кровавое. Господи. Не бежит, по идее. В хэд, вест, хэд, хинг. Чё? Фу! Это же... кислотный дождь. У меня же шлем. Почему мне больно? У меня же железный шлем. Ну ладно, допустим, мне больно. Меня. Меня подлагивает из-за того, что не пишут. Ой. Ничего себе. Что звуки? А, тут просто кушать, да. Тут кушает. Ворожку убили.
А, типа осветление. Ура! Эй, я стою, ладно. Ох, нет. Ох, нет, ох, нет, ох, нет. Юкон Элфи. Ю, нет, тут так, фильтр. Там пишут. А, палатку типа уничтожил, да? Да, да. Нет, я тут буду спать. В обломках палатки. Кто же из нас убийца будет? Ты. У меня подозрение на сигар Apple 07. У меня на него подозрение. Еще у меня на все подозрения. Но больше на вот эту вот челька. Мне переписывается. А что сейчас, по идее, должно произойти, я не помню. По-моему, мы должны будем пойти в пещеру. Там больше негде перечевать, как в пещере. Конечно, можно в палатке, но нужно идти в пещеру. Хотя, что будет, если палатку перечевать? Там челики расстают капканы. Главное в них не попасться. Потом мы забудем кое-какую штуку. Что это такое? Это камень. Тут что-то делает, просто тупо камень стоит. И все, ни для чего не нужно. Ну, допустим, ладно, тут камень, который мне для чего не нужен. Что это? Кемпинг, ну, типа, допустим, в лагерь, лол. Прикольно. Ночь наступает. Надеюсь, мне это пэкнет. Не найти пещеру и потеряться. Там люди около костра тусуются. А, ну, типа, пещера там, да? Только да, фух, нас тпхнул. Это уже будет то, что нас не тпхнет, нас тпхнул. Так, я за корзинкой не пойду, потому что у меня мало жизни, я не выживу. Мать. Иди ты, подозреваемый. Или ты. Да, ты иди. Давай, давай, ты у нас смельчак. Иди, кому говорю. А ты еще ближе всех к этой корзинке, потому что... Да потому что... А хотя нет, теперь ты ближе всех. Иди ты. Да, мы забыли пикник. Кто же пойдет? Прям кто не сразу же отважится или нет? Или кто-то типа напишет, я пойду... Не знаю, так, ну кто-то пишет, меня лагает, значит, кто-то что-то писал. Да! Он пошел, молодец! Браво! Браво! Тут до сих пор что-то еще пишет. А еще я не пошел бы, потому что вы бы начали там все писать. Давай! Мы тебя поддерживаем! Давай! Давай! Где он? Кстати, по-моему, он умер, нет? Да нет. По-моему, я его вижу. Да! Да, у него очень мало хп! Молодец. У него очень мало хп. Это Мухаммед. Ням-ням-ням. Так вот, у меня там что-то красненькое. Он вкусный, я еще, наверное, поем. Да вкусно. Забьюсь в угол и буду кушаться. Реально, очень вкусно. На, типа, я съел. Люди, я уже съел. Что-то все расхватали, да? Такие голодные. А он жизни, кстати, не восстанавливает. Что-то там пишут. Сэндвич. Про сэндвич что-то пишут. По сэндвич. Он был отравлен! Нет. Нет! Нет! Так и знал. Ha ha ha.
А нет. Он тут тоже в кемпинг играет. Чё-то мы прибыли. Антон и ЖКЖК играет, вау. Я один раз попытался к Антону зайти, там у него жутко лагает. Попробую еще раз. Я очень сильно старался попасть к Антону, но оказалось все зря. Оказывается, его нет на этих серверах. Вот он, походу, уже в игре, а я зря старался. Зря много времени угробил, короче. Ну, жалко. Всё, мы уезжаем. До свидания. Да, это был фейл. Вот нашу команду. Враком то спекивается. Ну, короче. Здорово. Так, нужно сразу исследовать и попытаться найти зонтик, фонарик. Что-нибудь еще может быть. А, мы не можем дальше идти, я думаю. Что мне еще? Теперь можем? Когда мы куда-то сможем пойти? Я буду сразу в пещеру, мне кажется, в пещере что-то есть. Вот тут колодец тьмы. Что-нибудь тут есть? Нет. Просто пусто. Нет, надеялся. Попробую еще что-нибудь поискать. Ай-яй-яй, что-то лагает. Там все уселись около костра. Один я тут ищу, это огромный плюс. Но то, что они пишут, это минус огромный. Что-нибудь я тут найду? Нет. Вижу, все вещи-то спрятаны. Понятно, короче. Я их ни за что не найду. Присели. Я буду ходить вокруг тут. Все, я присел. Они тут общаются. Почему Робби он ник выделяется? Хотя тут у всех немного выделяется. О, он вечерит. Наступает ночь. Что-то все отсюда встали, ну ладно. О, ночь отступила. Ночь. Рассказываем друг другу страшные истории. Типа. Ну ладно. Встану. Темные. Мне около этого костра слишком жарко, поэтому я отойду. Он, по-моему, повесился. Что ли? Я не знаю. Так, сбежим. Вроде я правильное место бегу. Он за нами гонится, нет? Думаю, что нет. Там уж пещера, по идее, да? Вот, да. Тут умудряется еще в чат писать. Фух. Все.
О, такая музыка мне прям нравится. Кто-то умер. Серьезно? Можно было, чтобы кто-то умер. Наверное, кто-то спрятался в красной палатке и умер. Дождь. Что сейчас, по идее, произойдет? Ну, либо мы забудем вот это вот, либо завалит пещера. Дождь, дома же, ты что делаешь? Мне похоже, какие-то разногласия этих челиков. Да, они на друг друга похожи. Очень сильно похожи. Кто свет тут тусклый? И чё? Мне кажется, просто ничего не произойдет. Тут сейчас будем ждать. Ты куда? Вышел, ты чё? Господи, барашку убили. Барашки. Нет. Нас, как обычно, мало всех. Сначала на начальной этой очень много, а сейчас мало. Так, рассвет. Ура, рассвет. Рассвет. Я хочу пирожки пакнуть в темноте. Всё, типа я ем пирожки в темноте. А, чё, я поел? Ну вот разваленная палатка. Вот там челики. У меня, кстати, полный хп. Я доволен. Я хожу вокруг костра и прыгаю. Я хожу вокруг костра. О, шалам, шалам, шалам. Хуба, 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 хуба. Как-то так. Они бегают вокруг дерева, я с ними. Так я бегаю вокруг дерева. На всего лишь 4 осталось. А, ну так легко, честно говоря, знать, кто убийца. Я на тебя намекаю. На тебя. На дракона что-то мне так не кажется. А, буду типа подавать вид, то, что это типа я. Я буду себе висеть подозрительно. А, ладно, я пошел в пещеру. Не, я буду себе висеть на эту кнопку. Пытаюсь запрыгнуть, у меня не получается. Давай! Это еще хочу вот так вот. А, мы забыли вот это, да?
пикник. Ну, честно говоря, я могу. Хотя нет, вы будете там что-то писать опять. Я снова умру. Сейчас 100% кто-нибудь отважится, я уверен. Кстати, у этих челиков не помню, поэтому либо дракон, либо я. Ну, чё? Суе, ножницы, суе, камень. Чё, нет, Димон? Ладно! Еще туда бегу. Как бы уже долго бегу, и где как бы лагерь. Вот он. Сейчас умру. Нет, у меня мало хп. Нет, запомните меня героем. Я не смог. Я не знаю почему. Наверное, потому что медленный. Ла-ла-ла. Ну ладно. Интересно, как они там. Что они будут делать, интересно. Ну ладно. Хаус. Что он Антон играет? Вообще. Глуша. Я не знаю, почему с Антоном не могу встретиться, но я поиграю в школу. Потому что в этой игре есть магазин и деньги. Стоп, чего у меня всего лишь 19? Ну да, чтобы потратить. Так, магазинчик. И что, я купил вот эти вот штуки. Так, инвентарь. Как их как бы надеть? Вот теперь, наверное, надел. А, не пишите ничего. Так, вот я одел. Что там пишут? Я не понимаю, как это все одеть. Зачем я это все покупал? Я одел? Нет, я не понимаю. Да, я одел. Иго... О, вот это я понимаю. Все. Все. Хорошо, я доволен. Может, там еще фонарь там того, вот эти вот всякие классные штуки купить или нет? Или там всякие безделушки. Ничего себе. Ого, я хочу себе вот это вот. Классные вещи. Ну вот это, вы понимаете, играть и играть. Чел сам в шоке, что он продает. С такие деньги еще плюс. Ладно, я готов. Ого, юрский период. Ты классный челик. Но нет, там он не успел. Так, здорово. Что так сурово, слышишь? У тебя зовут Мик. Таро. И все. My name is Mick. И все. И поехали. Так, ну вот мы и зашли в эту школу. Такая музыка. А что такое-то? Такую музыку играли. Ладно. Итак, ну я сяду, пожалуй, сюда. Сюда сяду. А все даже попробую за первую парту сесть. Хотя я это никогда не делаю. Да, все первые парты заняты. Ладно, сяду вот сюда. Это мало людей. Я хочу подойти к учителю, у него кое-что спросить. Здравствуйте, учитель. Отчетки суровые. И это нормально вообще, что вот этот ученик делает? И что я делаю нормально? Учитель. На флажке тут написано. Прочитай, что у меня на флажке написано. Не знаю, что написано. Нора. Сейчас все. Сейчас, по идее, должно быть это, да? Сейчас сваливаю. Чем могу сказать? Ран, да-да-да.
А монетка. Все, прибежал. Супер. Мы, по-моему, видим. Да. Я впервые умер. Это у нас. Нет, я вот так быстро умер. Ну почему? Кстати, почему-то не понимаю, куда бежать-то надо? На самом-то деле. Ну ладно. Он тут снова в какую-то непонятную штуку играет, и вместе с ним. Я пытаюсь, по крайней мере. Ведь не он. Вот, вот он там уехал! Антон, слышь, ты куда? Нет, нет, нет. Антон, я за тобой! Стой, иди мой. Так все. Ого, все, шо я сел. Антон, стой, ты куда там уехал? Антон обнаглел, он уехал на моих глазах. Давай. Это музон. Нет! Ой, куда же я лечу? It's win. Свои что-то написано, я не понимаю. О, все, все, видим, видим. Не могу этим управлять. Воу! Так нужно Антона догнать, цель, догнать Антона. Почему музыки нету? Нужно iPhone 8 купить. Что? Нет, нет! Где? Ой. Чё? Тортик! Дай его, ой. Так, тут управлять? Господи, что творится? Трав не хватает музыки. Уи, радуга! Это откуда мы вылетели, получается? А, не знаю, откуда. Радуга! Так, нужно найти там Антона. Главное залететь. Фу, так. Антоха, где он? Я не знаю, где он. Я, по идее, прямо за ним лечу. Так чё? Куда? Там, по-моему, был Бравл Старс. Чё? Я не знаю, что происходит. Не, вообще кувырками. Так, ладно. Что происходит? Что происходит? Помню, я видел Антона. Ну, то есть, конечно. Да, помню, я его вижу. Он уже вот это вот все проехал, но это не точно. Я не знаю, где он там. Он вообще в какую-то нарку играет. Воу, залетел. Ой. А я умру. Может, мне нужно выпрыгнуть? Понятно, короче, ресет. Ресет. Я вроде как ресет сделал. Всё. Ресетнулся. Ой. Ну не ресетнуться, не хочу так не быть. Ой, не левал. Ресет. Я не буду таким. Я спайдерменом хочу быть. Можно вот это или это зарбакс? Таким. Это, наверное, зарбакс. Ладно, тогда я буду человеком паук. О, в Бэтмена хочу сесть. Ой, мне Бэтмен нравится. Что происходит? Где там Бэтмен спавнится? Мне нужен Бэтмен. Антон Винер! Ничего себе. Уже я вылетел. Может, кстати, он сейчас сюда прилетит, если он сможет. Я тут... Не знаю, это для меня беговая дорожка. Стратегия первая. У меня беговая дорожка. А вот спавн Бэтмен Бокс. Где Бэтмен Бокс? Что это? Это... Господи, ну нафиг. Надеюсь, он это чудо-юдо меня не догонит. Ладно,
Я побежал. О, Бэтмен бокс. Нет! Нет, Бэтмен бокс. Или как его там? Обах-обах-обах. О, там кто-то, по-моему, едет. Там два челика едут. Меня сбил. Можно мне бокс? Вот там Бэтмен бокс. Чё там? Там радужно. Ну, хотя бы радужно. Да. Ланг Черс это сделал. И поехал. Оба-на, я Бэтмен. Ой, то есть я Человек-паук. Бэтмен, Бэтмен. Летучая мышца. Наконец-то. Так что и разгоняемся. Первое лицо. Давай! Главное не пролететь. Что происходит? Ладно. Нет! Я разбился. Ай-ай. Спасибо, что меня там кто-то подтолкнул, конечно. Меня тут нет. О, что там творится? Ой, радуга, радуга, нафиг. Все, разгоняйся, разгоняйся. 300 км в час. Господи, 400 км в час, жесть какая-то. А, куда я лечу? Господи, 5 торчки, ай. Ай. Тихо-тихо. Ай. Да, господи, что происходит-то? Ой, я летаю. Все. Воу, сколько скорости. Вау, какой быстрый. Просто жесть. Ну, сбоку. Нет-нет-нет, фу-фу-фу-фу-фу. Я уже-то боялся. Фу, хорош. Так, направо. Ай. Уи. Е. Конец и не кувырком. Так, тут нужно немного снизить. Скоро даю. Нет, нет. Фух. Все, это мне уже надоело на моей голове. Кота. Что такое медленно? А, ну сейчас будет ускорение, да? Бля. Направо, да направо, я ж тебе говорю. Ай, ладно. Ой, ой, где я? А, ну да, я помню это место. По-моему, до сюда. А, не, до сюда я доходил. Чего? В конце типа ждет большой сюрприз. Понятно. Антон уже нету в этом режиме, но все-таки. Кошмар какой быстрый. Хобана. Ну, хотя бы так. Так, главное не вылететь. Вот. Стоп. Нет! Ладно, походу нужно выйти. Нет, ну, пожалуй. Не могу не... Финишная прямая, сейчас до нее уже и тогда доходила. И никак не могу тут пойти. Да. Антон, кстати, это, походу, меня ждет, когда мы с ним поиграем. Потому что, видите, он сейчас в этом. Скорее всего, он меня ждет. Наверное, я не знаю. Ладно, буду играть в их, ну, в школу. Если он зайдет, то будет шикарно. Надеюсь, лагать не будет. Так, ну вообще вот в этой игре вот тут плюс, то что тут не сильно лагает. Здесь тут не заполнено сервак? Ну, я думаю, не заполнено. Так, ну, пока что он там не заходит. А я пока что мучаюсь во всех этих глюканах. Ладно, он пока не заходит. Стоим тут. Ладно, пока на паузу пока его. Короче, я его ждал, 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 и я его никак не мог, ну, дождаться. Ну, вот сейчас он, по-моему, ну, я сейчас там посмотрел, он сейчас играет, ну, в школу. Я тут зашел, сейчас его... Да, я его, вправду, здесь вижу. Да-да-да, он сейчас в этом. Зайти. Фух.
Фух, я сейчас видел, он в автобусе. Вот он сидит напротив меня. Вот он. Вроде как это он. Я, конечно, могу ошибаться, что это он. Хотя, да нет, 100%. Так у него наверху сердечко. Джон? Скорее всего. Просто не знаю. Изменил немного свой скин. Вот дядька нам что-то говорит. Сейчас он скажет, меня зовут какой-то там Ким, что ли, как так. А не, он даже этого не сказал. Разные вещи говорит. Прикольно, это разнообразие дает. Так, ну да, он тут где-то. Ага, так, ищем его. Антон, ну он где-то тут, короче. А не, по-моему, вышел. Нет, он что, серьезно? Он... не ожидал такое. Давай за первую партию. Вау, прям самый первый. Я их сюда вроде как-то попал. Ну, потише, просто надо. Но за первую партию всегда, мне кажется, трудно сесть. Почему это перевернутая надпись? Что-то написано интересно, реально. Пират. Оскио. Кит. Навчай. Усебук. Супернит. 2019. Что? Ран. Ран ту-ду-ду-ду-ду. Или что типа? Вон там, вон там, вон там стоит. Ну что, сюда не можешь пойти? Я вижу, там что-то красный свет. Какой-то реально там стоит. Не можешь сюда почему-то прийти. Господи, И, кстати, я сейчас тут видел, ну, убили. Я видел чару, короче, прикиньте. Только эта чара, там какие-то циферки от них. Ну, всё-таки прикольно. Супер нуб, вот этот вот чел, типа нубик. Супер, этот супер нуб. Супер нуб 2019 выжил. Самое главное. Фу, ого. Что, я свалил в окно, я свалил в окно. Ня-ня-ня-ня. Что там клик? Ух, я помню, что это голова чья-то. Что там нужно найти? А, нет, кто-то что-то нашел. А, Супернуб, 2019 что-то нашел. Супернуб, ну это прям вообще угар, супер от нуб. Это не нуб, он все тут, я не знаю. Фу, прям так ворвался. Так, ну тут нужно искать этот гей ключ. И где же он? Это моё чили. Чида, это мой чили. Ну как тут найти? Ну что тут? Попробую потыкать. Это нет, вроде как. Надеюсь, мы найдем ключ. Просто если мы его не найдем, то я обижусь. Всё. Так, наверное, нужно искать. А, да супер, ну потом что-то нашел. Я так не знал. Супер, ну я буду с тобой следовать. Что круто. Что, ранту? Чего? Говорят, ран. Кип. Что? Чего? Что происходит? Ладно, бежим в любом случае.
Хири ап. Ну, в каком смысле хири ап? Куда бежать? Темнота, темнота, темнота! Куда бежать? А, нет! Я умер. Короче, я решил что-то поиграть. Это все, что я могу сказать. Шпунька. Кланты из базы. У меня есть какой-то вант. Все пропускаю. У меня есть домик, у меня есть челик. Чел, откуда? У меня есть чел. Он должен жить. Он не должен умирать. Чел, куда ты идешь? Что это за вант? Чем делать надо? Ладно, я куда не пойду в любом случае. Кто-то Форест, Десерт. Ого, какие они крутые. Попробуем нажать на дом. Попробуем нажать сюда. Стоп, вот этот. Что здесь делать надо? Не понимаю, ну ладно. У меня есть... Стоп. Но зря все пропустил, потому что не зря. А, я своего челика. А, там есть какая-то ферма еще. Я не видел. Так, в этом доме 3 человека. Ладно, выйди, человек. Покажись, так сказать. Ладно, я не знаю, что нужно делать. Там я видел ферму. Мне ее показали. Я пойду к ферме. Типа моя ферма же. Ого, мой чел разрушает ферму, молодец, я тебе буду помогать. Давай. Что ж ферму, а челика можно убить? Давай челика еще убивать. Ай-яй-яй. Ладно. Отступай, мой челик. По-моему, мой чел умер. Это, конечно, не точно. Что происходит? Это ж мой чел, ну. Делаю. Короче, я своего челика уберу. Где мой нуб? Стоп, мой нуб что-то сделал так. Чел, напади на дерево. Что ж тут все? А чел вообще бессмертный? Так, да, нужно, наверное, добывать дерево. Нужно добывать дерево, чтобы были ресурсы. Ну, короче, все, мы добыли дерево. Стой. Чего, почему? Почему он тут добывает ресурсы? Пусть добывает, он молодец. Бэкпак. Понятно. Я как-то свои деньги потратил, наверное. И зайти вот сюда, тут ты типа свои деньги. Трачу как-то так. Ладно, мой чел, иди давай, работай. Иди работай. Она идет работать. Напади, я не знаю, на кого. Напади на свиней, что ли. Свинья пик. Ого, свинья тоже дерется. Давай, бьем свинью и получим мясо, наверное, или деньги. Это бык, я думаю, на быка не надо нападать, в принципе, отлично. Все, свинька, мы получили деньги. А давайте на быка нападем, не, на быка. А пусть он тут дерется. Что за бэк? Что такое бэк? Что это такое? Какая-то ерунда, я понятно. Выйти. А вот все, ура. Что это? Что? Дома! Тут значок дома, мне нужно купить дома. А, типа люди.
Ничего себе, могу себе людей покупать. Прикольно. Я могу людей покупать. Так, ладно. Выходим отсюда. Ого, какая там толпа. Так. Чел, иди за мной. Добудь мне дерево. Добудь дерево. Ооо. Прикольный симулятор. Вообще, вот это вот его пойдет. И он полный золотые игра. Но увы, он не на этом сервере или как-то, короче. Ой, стоп, чего? Короче, мне куда-то пыхает. Я где-то появился. Мы выбираем карту. Я хочу за эту. Ах, тенение за это мне тоже нравится. Так, зимняя или вот эта летняя? Ну, вообще, мне кажется, летняя. Что-то мне как-то наступило лето, хотя три голоса. Я за лето. Лето! Что это? Это зима! Опять вспомнить про эту зиму. Ставить людей. Ага. Хоба, ставим сюда. Так, сколько у меня денег? Ага, так у меня их дофига. Еще снайпера замутим. А у меня типа, не хватает денег, чего? А, вот. О, замутим снайпера сюда. Ну, стреляй, снайпер. Снайперы не стреляют почему-то. А, воу, стреляют. Да-да-да, молодец, снайпер. Нас двое, их трое. Нет, а почему? Огонь! Ладно, я им повызываю немного зомби. Зомби, больше им зомби. Я им теперь быстрых немного посылаю. Ничего, они там отбиваются. Так, вот так, стоп, они нам в обратку тоже стали отсылать, это плохо. Что-то будут в обратку нам отсылать, я не подумал. Ну, вроде пока что выживаю. Чел, снайпер с винтовкой, давай. Хорош, хорош, чел, снайпер с винтовкой, мы сможем победить. Чел, снайпер с винтовкой, ты молодец. Чел, к нам, по-моему, прошли все-таки. А нет, к нам не проходит, это к вражеским проходит. Я им еще поприсылаю, давайте. Держите. Нам... Стоп, я, по-моему, нам присылаю, а не им, лол. Реально. Я немного туплю, я реально нам присылаю. Хотя, может, пить, а не нам. Буду только снайперов спавнить. Снайпер — это тема. О, кстати, которых я сейчас смогу спавнить. Скоро, по крайней мере. Давай, снайперы, я сейчас тебе ищу помощника. Сейчас тебе хватает для снайпера. Сейчас куплю еще один снайпер. Тут, по-моему, два снайпера нет. А, нет. Надо купить сейчас еще один снайпер. Я его случайно сюда, по-моему, положу. Нет, а нет. О, сюда кладем. Все хорошо. За снайпера, давайте. Там еще идут, кошмар. Давайте снайперы, нормально, отобьемся. Еще одного замучу. Ой, не могу. Мне не хватает. А, да, мне не хватает.
Правда. Е, хорош. Во-во-во-во, там бегут, бегут, я боюсь. Там босс идет, что? Уже босс не убьем, мне кажется. У них там вообще все шикарно идет, я вижу. У них там машины. Да. Ну, несмотря... Хоть у нас даже и Тарасток, мы все равно пройдем. Ладно, ничего страшного. Живем. На моё удивление, мы все равно выиграем. Конечно, у нас куча всяких харды, у них вот так вот мало их, но все. Давайте. Я могу им... А, так это, по-моему, не будет. Я могу... Либо нам, либо, я не помню, может быть, им заспавнить эту ячейку. Ну, хотя мне как-то бессмысленно, господи. Ой, жесть такая. О, нет, там ниндзя, которые только снайперы могут снести. Но я много снайперов ставлю, поэтому нормально. Я только вообще снайперов ставлю. 4 снайпера поставил. Ого, сколько там денег нам дали. Это прям хорошо. Тогда, когда я еще одну снайпера влеплю. Кстати, с боссом мы до сих пор... Ого, это кто там выходит такой? Это чел вышел. Ого, у нас такие вот штуки стоят. Крутяк, молодец, нашел. Наш тиммит хороший. Сюда можно, хорош, хорош. Нет, нет, они проходят. Нет! Не проходят. Мы жестко проигрываем. Я сейчас еще одну снайпер поставлю. Сейчас ставим. Вот сюда вот нужно. Хорош, хорош, спецназовка, давайте. Снайпера на крышу, почему бы нет? Нет, опять. А не знаю, нет, мы проиграли все. Пишу. Я могу челику поставить зачем-нибудь. Ой. Ой. Что это сейчас было? Нет. Ой. Лол. Сука. Лол. А тут наград, по-моему, уже убрали. Да? Tower Battles. Ждем. Мне 10 монеточек всего лишь. А ты решил заполнить? Да нет, а, да.
Один на один я не хочу. Может, там, например, 2 на 2 можно. Ладно. Ну, наконец, я все-таки смог сюда зайти. Ну, вроде как. Почти не мог тут. Я все-таки не смог зайти туда. Я зашел вот это 2 на 2, вроде как. Да, мне больше темное нравится. Давайте за темное. Все пустыни тоже на масса. Все такие сразу на темную налетели. О, сколько у нас много денег. Откуда будут идти? Ага, отсюда. Гуки мощные, по-моему, сразу пошли. А нет, это самое. Кто тут сразу же машину поставил? Ничего себе, наша команда тащит. И теперь на этот раз мы красные, на этот раз и на... Теперь нас больше. Что у нас синие делают? Наверное, офигел в том, что мы сразу вот такие крутые вещи поставили. Я зомби отправлю нашим противникам. Куча зомби нашим противникам отправлю. И буду управлять. Противники, получаете. Выйду, посмотрю на их лица. Они офигевают, нужно еще присылать. Держите. Все, они там проходят, хорош. Мне нравится. Да-да-да, они проходят. Они справляются. Да я присылаю. Тебе больше и больше она присылает. А у нас там все нормально. Да, все шикарно. Там сломалась вот эта вот штука. Ну и ладно. Это все я делаю. Их много. Все, у меня уже денег даже не хватает. Ну, ладно, пойду посмотрю, что у нас. У нас стишкан. Ну хотя, тут толпа меня не пугает. Я думаю, все будет нормально. Правильно я понимаю? Я помню, где-то ферма стоит, по-моему. Давай машина, двиг. Отлично. Смотрим на наших офигенных врагов. Ну, я думаю, они не выиграют. Что-то не тормозит меня. Что у нас тут? А у нас все шикарно. В всякий случай нужно будет немного под конец снайпер. Снайпера. Все, что мы довольны. Враги. Что тут у вас? Они челик из минигана поставили. Так, ну я немного побаиваюсь теперь. Нас тут уже створится немного.
Так, я начинаю побаиваться. У нас тоже чел миниганом. О, теперь я не побаиваюсь. Теперь все наравне. Давай, чел, с миниганом на машину там едет. Че, снайпер не работает? А, он поэтому стреляет, я уж думаю. Так, ставлю еще раз снайпер. Там, а то я вижу, он тут не справляется. Ладно, пойду сюда, тут снайпер поселяется. Монстры, которых может задавить, ну вот, либо машина, либо мы снайпер. Машина, машина, давайте, давайте убить их, это все хорошо. Когда же мы уже победили? Давайте, снайперы. Снайперы вперед. Их двое уместил. А могу их на травку? Ну, на листья посадить. Попробую, конечно, но у меня есть сомнение. О, наши челики атакуют их. Неужели мы сейчас победим? Почти мы победили. Опа-на! Этот ваш снайпер не помог. Бедняжки. У нас причем еще никак не нравится. Господи, это кто? Это какие-то вопросы. А как мои снайперы вообще убивают? Я не пойму. Вроде как убивают. У меня уже 1000 рублей было. Иди сюда. Нет, не могу. Кто? Ну, короче, понятно, я снайпера никуда не смогу нести. А, нет, мне его уже 100% нужно куда-то уместить. Куда тебя уместить? А, все. Ладно, поставлю людей с пистиками, что ли. Все, вот прям вот так вот поставлю, прикольно. Прям много людей с пистиками. В конце или это начало? Все, это конец. Ставим ногу людей с пистами. Мне это нравится, они тут так стоят. Толпа челиков с пистолетом стоит. Это ФПР. В этом жены зомби. Ну это прям изи вин. 100% мы победим. Я прям уверен. Возможно, эту битву будет... Всего лишь один чел осталось. Возможно, эту битву будет долго, но... Могу не помню, босс или что это. У нас, наверное, тоже босс. Че, мы босс положили. Ух, тут все нормально. А, это...
Где начало, где конец? Так, понятно, это начало. Что? Что? Ничего себе! Да, вот такого я, честно говоря, не ожидал. Не, я попробую еще раз кубинуть снайпер все-таки. Да тут может получится. Да нет, вроде как не получается. Ну да. Оставлю тогда полицию. Совсем мне уже не хватает. О, вообще шикарно. Это прям победа, 100%. А, кстати, вот это, наверное, босс или это не босс? Нет, это босс вроде как. Или вот это босс. Честно говоря, не знаю. Вот это чей-то снайпер был, это какой-то в наушниках. Мы выигрываем! Попаду еще чинка с писиком поставлю. А, нет. Может, в самом начале поставить? Да не, я не хочу. Прикольно. Я его куда-то поставил. Куда я его поставил? По-моему, сюда. Я могу его? Да, я могу продать. Переставить могу. Я, кстати, по-моему, могу улучшить. Нет? Да, я могу его типа продать за 125 и его улучшить. Вау! Не правда улучшается. У меня сейчас снайпер без наушников. Так что у меня тут не улучшать? Челик, я могу чужие вот эти вот улучшать? Нет. Да, я не могу. Да, я, наверное, поулучшаю. Вот этого челика я поулучшаю. Я хочу его улучшить. Чел. Можно я вас улучшу? О, спасибо. Улучшить. О, да, теперь у меня эстрадия. Могу еще улучшить и лучше. И сейчас попытаюсь еще улучшить. Тут у меня там крутой. Крутой снайпер. ФБР, полиция. Так, я хочу эту снайпер улучшить. Первый левел. Хочу, чтобы у него был не первый. А второй, там третий. Наушник, не самое главное. Во! Что это такое? Жесть. Просто какая-то жесть. Не знаю, этих тоже лучше. Что-то именно первый левел это не делал. Все получаю. Все лучше. Ай! Жесть какая! Огонь! Сейчас босс будет, о нет! Это открывает огонь. Так, а ты стоишь чуть-чуть, я хотела лучше. Mm-hmm.
один чел скрывается против троих. Накоплю на него сабетов, потому что... Ого, откуда так много расходилок? Ладно. Сейчас буду на этот уж копить. Здесь какой-то... Странно, он показывается без наушников, а на самом деле он с наушниками. Да. Ну, странно. Чё? Ладно. Ого, откуда сразу 1000? Наверное, всё это из-за машины. А, нет, ну всё, ну, да, конечно, за этим. Ну, всё-таки мало. Кукси, стула, шкреты, сочетать, чё, обнаглел. Чирка, правильно, с пистиком нужно ещё получить. А, по-моему, тебя еще не получал. А, нет, серьезно, получал. А, челиков с пистиками получал, наверное. 100, 200, 600. А, мне не хватает. Там уже танк едет. Ничего себе. Там тупо танк едет. Мы победили. Ну, так он мне будет, наверное, видео закончить. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Сейчас закончу видео через несколько секунд. Всем пока.